Обсудить актуальные проблемы фундаментальной и прикладной медицины. Сегодня в Волгограде состоялось открытие 11-го Всероссийского съезда хирургов. Город-герой уже принимает этот форум во второй раз, что говорит о высоком уровне региональной медицинской науки. Слово Екатерине Караваевой. Почти 1500 лучших специалистов со всей страны прибыли в Волгоград, чтобы обсудить актуальные проблемы хирургии различных направлений, познакомиться с инновационными технологиями и, что самое ценное, обменяться опытом. Все это очень важно, ведь наука и практика не стоят на месте. Разрабатываются технологии такие, когда без серьезных разрезов и без серьезной операционной травмы удаляются опухоли, продлевается жизнь больных даже не на год и не на два, на пятилетие, даже на десятилетие. Для участников съезда и Николай Гордеев, ведущий научный сотрудник Медуниверситета Санкт-Петербурга. Этому учебному заведению есть что представить широкой публике. Ведь именно в нем впервые в мире была проведена сложная операция на сердце – мамаро-коронарное шунтирование, которое намного эффективнее ставшего уже привычным аорто-коронарного. И сейчас специалисты Медуниверситета представляют на суд научного сообщества свои новые разработки. Сейчас мы лапароскопические операции во всех отраслях делаем на нашей кафедре. То есть резекцию желудка у людей повышенного веса, продольную, формуле 3D. Для Волгоградской области, страны принимающей, съезд не менее важен, чем для гостей. Ведь благодаря объединению науки и практики можно эффективнее решать актуальные проблемы регионального здравоохранения. По результатам этого съезда, конечно, будут рассматриваться предложения, обмена опытом и, возможно, учитываться пожелания наших ведущих хирургов нашего региона о закупке медицинского оборудования, внедрении новых технологий в оказании медицинской помощи нашему населению. Всероссийский съезд хирургов продлится в течение 4 дней. В рамках мероприятия также проводится выставка, на которой представлено самое современное оборудование для диагностики и проведения операций. Екатерина Караваева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».